Груви. Всем хай, с вами Юджин, и мы играем с вами сегодня в игру, которую многие полюбили на нашем канале, но которую я не прошел. Потому что это я вечно на все забиваю. Короче, это Грэнни. Chapter 2. Продолжение легендарной хоррор-игры, которая, как мне кажется, сначала вроде на мобилках вышла, но теперь она на компе, и это очень круто, и у нее новый персонаж даже добавился. Это дед, да, я так понимаю? Боже мой, он на уголовника похож. Здрасте, я тоже здесь главный злодей, а вот я тоже страшный. Заткнись! Однако у него ключ висит на шее, значит, что он ключ к разгадке, да? Типа того. Хорошо, поскольку прошлый первый чептер я так и не прошел до конца, сделаем вид, что я его прошел. И имею полное право пройти теперь вот эту часть, да? Но я обещаю вам, это я пройду. Обещаю, играем, давайте. Графику, конечно же, на максимум поставим. Теперь будет здесь оба, да, пусть будет оба экстра замки, дополнительные замки. По максимуму будем играть сложность. Давайте на нормале будем играть. Я все-таки не такой уж эксперт. Я знаю, вы в шоке. Вы все думали, что я эксперт, а я нет. Итак. Вот мы и просыпаемся в новой комнате. Хорошо, что на компе можно играть. С телефона было, ну, чертовски неудобно. Да, я знаю, что первая часть есть, на компе тоже... Ой, блин! Что, я тут же проиграл? Просто по щам дала мне своим этим дилдо. Где я? Куда меня везут? О, бабка, ты умеешь водить? Старым вообще-то не очень-то рекомендуется водить машину, потому что, ну, знаешь, зрение и так далее, тем более ночью без очков. И почему-то деда нет. Где там дед? Я же обоих поставил. Почему дед не за рулем? Эта игра очень современная, понимаете, да? Ведь бабка — это олицетворение сильной, современной, независимой женщины. Точно. Вот главная суть игры. Дед первый. Хорошо, меня привезли в этот дом. Я не знаю, откуда они меня забрали. Но, судя по всему, из этого же дома. Потому что такой же убогий. Комната точно такая же, по-моему, та же самая. Они меня забрали отсюда, чтобы привезти сюда. Ладно, тихо, она здесь. Слышите? Шуршит своими пятками омертвевшими. Погодите, теперь же их двое. Ой, блин. Ходят и шарят повсюду. Так, ну-ка. Ой, быстрей. Самое отстой, что придется дом-то изучать по новой. Ведь они на дачу привезли меня, да, к деду. Может, надо было просто оставить только одну бабку. Я и с ней-то не могу справиться. Ладно, давайте посмотрим. Как неудобно все расположено, блин. Окей, вниз. Го вниз. Ко вниз. Я прям к деду пришел, но он не спалил, он глухой, забыл слуховой аппарат включить. Так что мы просто... Давайте попробуем вот сюда, что ли, пойти. Ой, да ладно. Я тут не буду прятаться. Ни хрена у них технологии здесь. Дедуля, мастерица у нас. Здесь нельзя спрятаться, черт. А, черт. Нужен специальный ключ. Неужели тот, что на... Ой, моя мама. 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 Мама, мама, мама. Ой, бабушка! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Да блин, а че такое? И как бежать-то? Она стояла на своем же капкане. День второй, хорошо, не получилось. Опасно. Возможно, дед тусит в подвале, а бабушка вот повсюду. WSAD двигаться, подбирать и действовать, дропать на пробел, убрать капканы, присесть, прятаться, стрелять, обижать. Я не могу бежать. Однако я могу нажать Shift, чтобы резко остановиться. Зачем мне это? Зачем эта опция? Стоп! Давайте откроем дверь. А под кровать сразу. Я, конечно, не эксперт в области человеческого зрения, но, по-моему, меня прям вот при входе будет сразу же видно под кроватью. Тем более, что тут совсем не темно. Что я понимаю, да? Чего я вообще жалуюсь? Это же спасает мне жизнь. Жизнь. Го в подвал, короче. Мне, конечно, неудобно присаживаться на чертову Си. Чё? Дед в подвале слушает рэпчик? Где этот рэпчик? Так, кнопочка. Мне нужен бензин, твою мать. Ой, это громко. Что за хрень? Это что, внук их? Я не удивлюсь. Ну, кто мог ожидать, что в этой игре будет монстр? День третий, короче, ладно. Странно. Окей, мне нужен бензин. Нужен особый ключ. Снова вниз. И как шатается камера сильно. Я пьян. Они меня накачали чем-то. Мистер Дед. Короче, нельзя в эту канавку спускаться. Ни в коем случае. Мне кажется, я смогу сбежать таким образом. Да, я заведу лодку моторную и свалю.
Окей, я понял. Теперь бы выйти отсюда целым и невредимым. Надо громкость получше сделать. Супер громкая музыка, чтобы стрематься. Ладно, зато шаги лучше слышно. Это... их суставы хрустят там. Гоу, 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 перегруппироваться! Оп! Все, все, один раз. Достаточно одного раза нажать. Это было тактическое отступление, ребят. Очень важно, чтобы оценить обстановку. Окей, мы полностью изучили подвал. Осталось теперь первый этаж. Давайте теперь по первому этажу пройдемся. Вот как понять, где они конкретно... Блин! Блин! Она меня видела, да? Заускорилась меня. Где четвертый? Окей, постепенно, друзья мои, постепенно. Ой, у меня уже все лицо заблевано кровью. Или это катаракта развивается, я не знаю. Ой. Стоп, стоп, где-то там ходят. Возможно, наверху. Этот дед, видимо, свой стопарик случайно опрокинул. Ладно, давайте здесь походим. А, есть, я помню. Стой, да. Вот оно как, да? Короче, бабка может только отсюда прийти. Мать! У него голос огромного негра! Зачем это у него бубенчики звенят? Окей, выходим. А, черт, бабка идет! Да, закрывать дверь — это очень хорошая тактика. Где она? Дверь открылась сама. А бабки нет? Это самая кривая игра в мире, на самом-то деле. Ой, блин, что это? Потому что эта игра рассчитана на то, чтобы ты ориентировался на звук. Но, блин, звук хрен понять вообще откуда идет. Что это? Как это я прошел? Куда это? Капкан! Как там убирать капканы? F. Сейчас уберем. Что это, нас смыло? Капкан не убирается. F. Все верно. А, это если я в нем застрял. Ну ладненько, тогда поперли. Сюда надо. О, мама, 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 мама. Скорей, скорей. Скорей! Бу! Не дает выйти, сволочь. Какая-то нервозная игра. Не знаю, почему не сделали так, что когда шум, не знаю, наверху, более глухой звук. Пум-пум-пум. Или шум внизу, то другой глухой звук. Ну, вы знаете, какие звуки, когда кто-то сверху или снизу. Что это? Они камеру установили? Где? Открой дверь, залезь под кровать. Свет выключился. Тихонечко поползли. Тихонечко поползли. Тихонечко поползли. Ай, молодцы. Ай, молодцы. Побежали? Есть! Пока никого нет. Бо! Мама! Мама! Папка! Что ж такое? Последний день. Папка, блин, сколько можно? Ладно, да я сам виноват. Я не заметил капкан. А? It's okay. It's okay. Тут ничего нет. О! О! Блин. Какой неприятный дядя, однако. Под кровать! Не додумайся, не додумайся посмотреть под кровать. У него что, маникюр, что ли, сделан? Я голоден. Это значит, что он будет занят поеданием чего-нибудь на кухне, да? Пойдемте наверх. It's okay. Ничего нету здесь? Обида. О! Мама! Бабка! Наверх! Это мой шанс изучить дом! Что-то светится. Куриная ножка. Уп. Вот тебе, баб. Окей, это был пятый день, и я просрал. Нет, только не эту штуку. Не надо, дед, пожалуйста. Зачем вообще сюда притащили меня и оставили жить? И кровать дождали. Нет, не слушай, я на сумасшедший. Мы должны попробовать снова. Смотрите, бабуля хорошо слышит, а вот дедули очень плохо, но зато бьет сильно. Какая разница, ведь все равно с первого удара меня дубасят. День один. Им, конечно же, надо было меня позвать на роль деда. Я бы озвучил его как-нибудь. Еще я голоден, иди ко мне, внучок. Или так. Я нашел тебя, я тебя ударю, убью. Камера, обезвредить.
нельзя. Look at this. Что это? Не знаю, что это. Ой, как громко. Это замок какой-то дверной. Срочно сюда. Срочно сюда. Я и забыл, что тут нет инвентаря. Надо закрыть чертову дверь. Вот, кто-то там капканчик положил. Я так понимаю, это бабка кладет капканы. Дед этим вообще не занимается. Он только ходит и бубенчиками звенит своими. Кажется, никто ко мне в комнату не придет. Давайте посмотрим, что это такое. Ага, сныклись. Идет. Да, нам можно не бояться, что придет дед. Обязательно придет только лишь бабка, потому что дед особо ничего не слышит. У меня идея, давайте все предметы будем... Ты просто чему испугался, у меня паника началась внутри. И не ждал. Что за музыка? Это, видимо, старики будущего. В каком времени происходит эта игра? Слышите, хавает? Это дед хавает, по-любому. Ладно, давайте посмотрим все-таки. Это дверной замок. Что он там делает? Что он там электризует? Короче, давайте собирать весь лут здесь. Потом поймем, для чего он нужен. Пробуем выйти. Смелее, Евгений. Закрыть. Закрыть. О-о-о. Мать! Быстрей! Ой-ой-ой-ой, мать! Я испугался. Я думал, все, конец мне. А, все сжимается внутри, когда играешь в эту игру. Вот эта вот механика, когда ты не хочешь, чтобы тебя поймали, она жесть какая нервозная. Помните «Привет, сосед» игру? Вот то же самое всегда испытываешь там. Ладно, нам нужно хорошенько так исследовать второй этаж. Уже давно бы пора. Блин, еще один капкан. Пробуем. И? Идем. Не ссым, идем, не ссым. Идем, не ссым, не ссым, идем. Ой. Осторожненько. Не ссым идем. Идем не ссым. Блин, чертов портрет бабки испугал меня. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Скорее обратно ко мне в комнату. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Смотрим. Ключ от лодки. Замечательно. У нас уже есть дверной замок. Зачем мне вешать дверной замок? Я могу что, закрыть дверь за собой? Типа изолировать бабку с дедом? Не смей только трогать мой ключ. Давайте посмотрим, как это работает. То есть закрыли дверь, взяли эту штуку. О! О! А ты не зайдешь, а я могу бегать, сколько мне влезет, скрипеть полом, потому что ты не зайдешь сюда. И даже могу ключ кинуть. Хоп! Ага. На всякий случай станем возле кровати, потому что я не до конца доверяю этой системе. Понял, что это ненадежная история. Я должен был протестировать, потому что я мог так напороться на это, очень жестко напороться. Сколько уже время? 2, 3. 3 часа ночи. Все старики спать уже должны были. Хорошо, ключ от лодки, благо я знаю, где она находится. Потом применю. Зачем нужен бензин? Мама моя. My God. Окей, все нормально. Все нормально. It's okay. It's okay. Что это? Да, блин! И куда? Куда мне идти? Сюда пойду, что ли? Где я? Закрыть! Закрыть гребаную дверь! Вау! Что это? О, убежище! Я могу здесь спрятаться! Я в убежище! Мне нужен... нужна отвертка, да? Или как там? Ключ? Гаечный ключ нужен. Аккуратней выходим. Ой. Опа, здесь тупик. Сюда нельзя. Сюда нельзя. Это водиться сюда тоже не стоит. А вот там что? О, черт, там что-то, наверное, есть интересное. Ладно. Попробуем как-нибудь туда зайти. Сначала вот здесь пороемся. Туалет!
Fuck me. В душ. Спрятаться в душ. Что это? Бензин. Вот это находочка. Мы уплывем отсюда. Крыть. Шайза. Черт, так жутко, как неприятно. Пробуем. Блинушки! Бубу-блинушки! Сюда! В бомбоубежище! Ха-ха-ха-ха! Не достанешь меня? Ой, бабка здесь. Донести бы это еще. Возможно, это все не так просто. Я заправлю лодку, я заведу ее, но там нужно будет еще открыть ворота, да? Так что да, все не так просто, нам тут весь дом обшарить. Я вот не помню, а предметы возвращаются в новые места, когда я подыхаю? Мне их типа заново надо искать? Хорошо, что я сообразил. Ой, мама, хорошо, что я сообразил именно сюда побежать. Ой, камера. Из-за нее стало еще темнее в комнате. У нее отдышка. Идем. Блин! А тогда это кто дышит? Ай, фак, эта гребаная бабка уже пойдет куда-нибудь. Я понял, что нужно сделать. Нам нужно отвлекающий маневр создать. Ой, главное не забыть про этот капкан. Так, отвлекающий маневр, значит. Какой-нибудь, что-нибудь. Типа того. Ой, блин! Я забыл! Я забыл про этот чертов капкан. Да, смейся, смейся. Ты бы сама забыла, если бы ты так боялась, как я. Почему мне так трудно пробраться, блин, туда, в обратную стартовую комнату? Диверсию не удалось как-то сделать. Вообще отстой полнейший. Ну, давай, лампа, шуми. Хорошо. Зачем я закрыл? Надо открыть. Открыть! Вон он идет. А, блин. Они там двое пришли. И друг в друга встали. Дед скрылся под юбку у бабки. Это теперь старперский трансформер. Посмотрите, да. Это какой-то Optimus Prime для пенсионеров. Все, свалите. О, все, они одновременно пошли. Вот что я называю, знаете, по жизни вместе. Как одна команда. Все-таки я бы хотел отсюда свалить уже. Как думаете, куда? Ой, вон мне. И как назло, она пошла туда, куда не надо. Так, она открыла дверь. У меня, конечно, идея... Есть. Что за нахрен? Что это? Ай-яй-яй-яй-яй. Видели это отродье? Это внучок ваш? Это было неприятно. Я думал, что это бабкино лицо. Но он вылитый бабка. Только маленький. Это мини-бабка. Что-то плюхается в воде, что-то... Кто-то там что-то кушает! О, господи, игра, ты полна сюрпризов. Вон она. Ей плевать, она может ходить по воде! Иисусе, бабка! Уходи. Я должен был использовать эту возможность, чтобы побежать к себе в комнату. Бабка, я хотел к тебе в комнату вернуться. Куда она побежала снова? Вон она. Это мой шанс! Прям в омут с головой окунулась. Прошу, без деда. Есть, 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 есть. Есть! Наконец-то! Ладно, немножко решили разрядить обстановку. Ну что, ребят, пробуем выползти или как? Мама, мать моя, мамочка, мамулечка, пожалуйста.
Пожалуйста, не будьте здесь. Не будьте здесь. Ладно, все нормально. Твою мать. Что, блин? Черт! Опа, замок. Мне, видимо, воронка нужна. Твою мать. А это подлог. Подлог. Ну, короче, надо тоже открыть каким-то образом. Я нашумел, кстати говоря. Это я зря. Пожалуйста, не убивайте меня. Не идите сюда. Вот черт, а так хорошо шло все. День второй, кстати говоря, у меня еще много попыток. А предметы все рассортировались, да? Вновь заново их искать нужно будет, да? Нет, все здесь! Берем ключ, открываем дверь под кровать. Я понял, мне не надо было там кидать эту канистру, нужно было кидать ее перед ящиками. Пробуем, май гад, как страшно. Гад, о май гад. О май гад, о май гад. Ну-ка, что-нибудь надо там? Что-нибудь там? Фак! Вы видели? Нужно еще теперь и это чертово колесо. Мы должны, короче, взять, собрать лодку просто из ничего по частям. Какой-то конструктор Лего получается. Фига ли, все разобрали, твари. Ну ладно, по крайней мере. О май гад. О май гад, она здесь. По крайней мере, мы достали уже два предмета. Это что-то-то значит. О май гад. О май гад. Ты меня не видела, бабка. Нахрен она развернулась, пришла сюда. Как мне вот выглянуть? Она ушла, все. Это было близко. Давайте как следует осмотрим это место. Это она вот, получается, вышла, да? Здесь больше ничего нету, в принципе. По ступенечкам тихонечко. Че так шуметь-то стала вода? Я же не слышу других звуков, более опасных. Окей, здесь нет ничего. Идем. Забавно, звук прекратился, как только я встал. Давайте попробуем теперь наверх. Да, наверх, точно. Не задевать картины. Че, есть че? Ух, как громко! Руль! Ну как мне от нее убежать? Мне даже нельзя ускоряться в этой игре. День третий. Ладно, зато мы нашли руль. Отнести руль! Отнести руль! Май гад! О, блин! Ой-ой-ой-ой-ой! Есть! Старперы наступают! Я смог. Что он сказал? Неважно. Плевать. Надо вниз дропнуть это колесо. Это прямо здесь, да? Вон он. Побежали. Давай, присобачись. А это что? Почему он не сработал? Я же... Погодите. Pick up E, interact. Use. F. Use — это F. Стоп. Это не то, это не руль. Как обидно. Я понял, это нужно в бомбоубежище, наверное, да, отнести? Нет, там нужен wrench. Отверточка, а это не то. Отнесу в свою комнату. Бабка. Детка. Ну почему? Опасность миновала, кажется. Надеюсь, он не стоит прямо здесь. Вроде что-то там топает. Ладно, давайте просто ползти. Короче, вот насколько я помню, мы осмотрели весь второй этаж. Все, что смогли, по крайней мере. Значит, нам нужно только туда теперь, наверх. Смотрим. Блин, она... Ай-я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 й! Она близко! Закрыть! Чертов пальчик, куда ты жмешь? Вот много раз, не жми! Папка использует сканер, сканируй местность. Господи, кошмар, как это все нервозно. Мне не хватает просто нервов играть в это. Должен пройти. Ради вас, ради себя. Я мужик. И сильный, и смелый. Все в моих руках. Не забыть про капкан. Вот это тут вообще нельзя делать. Но паника, ребят, вы же знаете. Паника, она может сыграть со мной злую шутку. Папка, ты там что, сыграла? На пианинке? Что это? Кусок мяса? Я понял, я кину это той штуке. Под кровать! Кишка! Наконец-таки еще одна кровать. Закрыть дверь. О, прятаться.
Ого. Смотрим, что это такое. Мясо, да? Это точно для той маленькой страшной твари. Слышите, да? Шаркает, шаркает, а? Идет сюда. Нет! Нет. Так, скорее смотрим, что это, как открыть? Не знаю. Ладно, ставим ножку здесь. Опа, старик в красных тапочках. Кого там электризует? Походу, там генератор просто электризует, чтобы музыку послушать. Ладно, пора, нельзя засиживаться. Ох, как здесь опасно находиться. Еще одно... Софик, твое мясо. Скорей. Ни хрена нету. А, май гад! Да что ты за... Я не могу так! Куда? Кусок мяса! Тварь вернула его на кухню, да? Как он? Сам туда побежал, что ли? Хм. Ладно, хорошо, кусок мяса на кухне, понятно. Пробуем направо теперь. Ой. Стоп. Куда? Да, направо. Столовая, да, я так понимаю? Столовки, ну хорошо. Security key! Опа! Пистолет? Мы в их спальне! Да что это за... Окей, жарим! Сныкались! Мы можем реально стрелять! Это электрошокер! Мы можем замедлить их! Окей! Давай, ну что-нибудь полезное! Твою мамушку! Там было что-то полезное! Ключ! Ключ? Да, пока я несу этот чертов ключ, я не могу воспользоваться лазером, боже мой, электрошокером. Ах, тварь. Сколько же там под юбкой у тебя этих, блин, чертовых ловушек? Так, ну-ка давайте посмотрим, что это за ключ такой. Ключ от сейфа. Ну что вы тут ходите? У вас что, дел других нету? Второй капкан. Бабка, блин, ты у меня, блин, эту пенсию тебя лишу. Понятно? Ого! Ого! Быстрее, под... Успел? Я успел, я успел. День четвертый. Боже мой, да почему? Все вещи остались на своих местах. Я помню, где все лежит. Как только понадобится, сразу могу спокойно брать. Шустренько действуем. Окей. Под кровать. Чертовы звуки. Ты только здесь. Вот этой кроватью. Это что за электризованная кровать? И как мне пробраться вот в эту кишку? Хорошо, бабка миновала. Кажется, она спустилась. А я здесь шарил? Фак. О, блин, security key. Вот мы и вернулись в чертову спальню. Давайте пока возьмем вот это на всякий случай. А, она найдет. Красный мокасин. Так, погодите, ну мы уже практически все посмотрели. Разве? Вот че он сюда пришел и стоит здесь? Фу, наконец-то. Видимо, уснул просто. Значит, нам нужно найти этот сейф. Где-то. Вот еще одна дверь. Я ее не заметил. Мама. Нужен лом. А че я сюда припер? Ой-ой-ой-ой-ой. О, блин. Спрячемся здесь, со дверью. Лом еще найти, вы охренели. Это что, типа улица, да? Как бы я не сказал, что это улица. Ну что, пробуем, друзья, открой. Открывай. О, блин, я промахнулся. Прячься. Я промахнулся, представляете? Точно! День пятый. Последний день. Блин, надо в него выстрелить, чтобы забрать ключ с его шеи. Вот в чем прикол. Ну как мне теперь это сделать? Все, я, кажется, просрал. Надо прошарить еще второй этаж. Получше. Найн. Че я сюда побежал? Зафиг я сюда побежал. Стоп! Давайте договоримся! Давайте! Нет! Ладно, посмотрим на казнь. Это новая казнь. Нет, они Ктулху. Они хотят меня Ктулху опустить. Пожалуйста, не надо. Может быть, не стоит. А.
еще и смеются надо мной, над моими неудачами. Что ж, друзья, на этом мы с вами окончим играть в Granny Chapter 2, но продолжим в следующий раз. Мы уже наловчились, я теперь понял несколько фишек, которые нам нужно будет с вами выполнить в следующий раз. И если вам понравилось, то обязательно шлепните лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. И все мои соцсети посетите, все ссылки будут в описании под видео. С вами был Юджин, и, конечно же, всем 5. Вы готовы? 1, 2, 3 и 5!